Жесть какая-то. Так, ладно. Сейчас делаю по звуку. Все нормально. Вот, все. Звук должен быть. А, Димон, все нормально, слышно меня теперь? Теперь слышу. Все, заебись. Давай, что, тогда берем средние тогда с тобой сейчас? Или как, какие берем? Средние, ПТшки, что будем? Ну, давай средние возьмем. А, давай, чуть-чуть, там получается угол, да? Ну, ну как бы, ну да, ну бери сколько тебе надо. То есть бери, короче, какой ты берешь танчик? Первый я твой, второй мой. Че? Давай, бери, я сейчас тоже подберу под тебя. Подожди, кого ты возьмешь? 330 средний там. А, ну да, мы играли на них, окей, да, тема. Да. Ну, у меня тоже голда сейчас будет. Ради этого даже 142 тысячи не пожалею. Где ты у меня, ё-моё. Чё не так, а? Короче, да, я уже 145-200 не пожалею. Ё-моё, где он? Я что, продал его, что ли, случайно? Подождите, я что-то не могу его найти, блин. Ну, началось сегодня. Такс. Все, готово, готово, нормально. Сейчас, подожди, я 5 сек сейчас проверю. Показывает зеленое что-то. Ты вообще смотришь, нет? Есть трансляция или нет? Вообще. Я не смотрю, а что надо посмотреть? Нету, да? Твою ты дивизию, а? Пурум-пурум-пупум. Что за нахер, а? Подскажите мне, ребятки. Что происходит? Бля. Жесть какая-то. Ну я показываю то, что не идет. Офлайн написано. Копировать. А записывали все, потом выкинешь. Сейчас, Димочка, сейчас я, братик, сделаю все. Уебанство какое-то, что-то происходит вообще непонятное. Ладно. Так, запись есть и все. Да, пофиг, записывается и ладно. Че, погнали, ладненько. Я поеду в город. Сразу на голде поеду в город. Димка не подгрузился еще. Пойдет, намалек. Главное, что записываешься. Да-да, Димыч, да-да. Просто знаешь, сколько это весит? Там по 30 гигабайт, это жесть вообще. Но качество зато лучше будет, конечно. Ну, ты переключись на следующий раз не 60 гигабайт в секунду, чтобы у тебя было, а 100 хотя бы. На другой трафик перейди. Да нет, интернет, Дим, хороший.
Ну, по скорости я имею в виду. Просто вот что-то они глючат, блядь. Нет, может быть и хороший, я тебе лучше 100 мегабайт У меня до этого какашка была интернет, а сейчас я переподключился к этому. У меня идет сейчас интернет через телевизионный кабель, да, и скорость, ну просто, грубо говоря, ты там 2 гигабайта скачиваешь за минуту, ну меньше даже, да? То есть нет проблемы со скоростью. Блин, не полетел, а? Надо взять его, надо взять, надо взять. Ай, не успел. Ты там в город поехал? Да, я поеду в город. Мне вообще достался скиллерик еще 907, ёпта. Ну вот нафига он тут нужен был? Лучше в городе бы. А чё, кто он там? Синенький, зелененький? Фиолетовый, ёпта твою мать. А чё за брат-то? Ну, может, левша какой-нибудь там напал на тебя? Ой, Димка, ну все, 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 ладно. А-а-а, спасибо, Дима, за очко. Ёб твою мать, их сколько здесь. Нормально, нормально, не обосраться. Мне, Просто Дим, теперь остается только не обосраться. ну ты как обычно обошлялся. Да, такое может быть, да. Такое, да, Димочка, может быть, блядь. Да, у нас тут бараны просто, блядь, подтешники, тупые овцы, блядь. Стали там, стоят, пятый там, Так. опера, 90 в подсвете, эти расстреляют, и все. Сейчас самое главное, чтобы они базу быстро взяли, чтобы ты им стрелял там, и все. Ну ты дал кому-нибудь, не? Конечно, дал, блядь. Значит, мне тоже надо Ну, давать. если ты продолжаешь. О, это тоже скорее сейчас тоже навешает людей. Вот там панцанчики рубятся, да? Сейчас они его заберут, наверное, 54-ку, я думаю. Диски они будут мяч. Вот, я, кстати, хотел тебе сказать, что ты коронную фразу свою сказал, да? Помять сиськи, блядь. А я поеду, сейчас вот седьмой выйдет, а потом я выйду. Я сам вам навешаю по самым уши. Блин, у нас на базе полный пиздец уже. Не, ну мне как бы тут самое главное выше тебя быть, блин, мне насрать. Блин, вот этот танчик неплохой, правильно? А то, что у Ишку ты брал эту какашку, блин, на ней 3 километра, блин, это жесть какая-то. Сейчас он теперь даст это вот взорвет. Ой, дурак он. Давай, давай, не поворачивайся к нему спиной. Да, да, да. Ой, прикинь, я даже походу здесь обосрался, да? Да я не знаю, ты два подстрелил, там я один всего расстрелил. Может быть, я там сделал. Может, нет. Посмотрим сейчас. Сейчас базу там возьмут уже. О, боеплату у них. Вот. Вот с этим трудно тягаться. Вот этим танком. Он давался за бои. И считай, 907 такой же. Так. А, 95-ка ты имеешь в виду? Ну да, такой неплохой. Он такой же. Танк. Блин, ну вообще. Одна, ну все, да, просрыв. Так, блин, давай, давай, я хочу выиграть.
Ну я один все сделал, все 409. Так, проверим, сейчас. Ну, давай. Да, и мне награды сейчас вообще ни к чему. Все. Ну да, ты меня опередил. Чуть-чуть. Я 170, ты 194. А, окей, 2-1, да, Димыч, получается? Так, запишем. Сейчас я есть... Где у меня СТ-шки? А, СТ-шечки где? Это у меня старая вчера бумажка была, осталась. Ладно, мы и так знаем, да? 2-1, короче. А теперь я выбираю. Поехали также на этих. Ой, говносрань. Вообще не люблю эту карту я, конечно. Так, у нас получается кто? Из тех же, как Тайпик. А я поеду, Димка не знает, а я поеду в город. Я поеду как тяжик биться, я сейчас кого-нибудь закружу там. Хотя... А ты куда хочешь, Дим, поехать? Дим, ты куда? А может в город? Поехали в город, может, а? Не, в город я не поеду. А смотри, у них там нет никого особо-то. Да не надо мне. Вот хочешь, езжай. Я не хочу опять продуть. Подожди, стоп. Блин, у меня тут дилемма тогда. Мне с тобой ехать или мне в город? Я поеду в город, короче. Давай. Я сейчас там накажу всех, да и выйду нормально. Да. Ты себя накажешь. Блин, да, нет. Не, ну согласен, ты сейчас прятаться будешь там сейчас хорошо, нормально. Блин, зачем я это делаю? Нет, ну я поеду все равно. Я, кстати, здесь ни разу не играл. Сейчас я буду здесь пробовать. Да нормально сейчас все будет, мне кажется. Все будет пучок. Димон там шкерится потихоньку, а? Давай, мой засвет это хорошо. Мой засвет это очень хорошо. Давай только... А, некому давать. А ты нету. Да ладно! Я от Е3 засветил, и мне ничего не дали. Ну, нормально. Так, 105-ка там. Или как его там? Француз, короче, там тусуется. Ага. Будем пробовать. Нормально, ничего страшного. Ай! Давай, Шкодочка. Вылезай, брат. Не, он не пойдет. Он не пойдет. Не пойдет он, да? Да блин. Вот вообще, куда он полетел? Есть вопросы, есть ответы? Давай. Выйди под меня. Ох, выйди, пашу тебя. Хорошо. Нормально. Ты что, по-моему, тебе постреляешь? Обалдел, что ли? Ах, я тебе даже бонусы дал, да? Конечно. Кидай. Ах, блин. Пять, по-моему, до света. Я что, не убил его? Кто его добил, блин?
А кто-то убил ее, не знаю, кто ему добил. Я тоже хотел сказать, что убил. Так, там жестко. Да, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, я никуда не поеду, я буду стрелять по нему. Да ёфу, куда летят? Бля, снаряды летят просто не в никуда. Блин. Я пойду в Крашилово. Да, вообще. Ёк-макарёк. Давай, отъедь еще разок, а? Отъедь, я прошу тебя. Давай, уезжай от Димоныча. Нет, Дима забрал его. Молодец, ладно. Ти-ти-ти-ти. Один есть? Да я видел. Я на него тоже смотрел. Твою ж дивизию. Аккуратненько, надо быть аккуратней. Там тебя смотри, ты ШПП отходит. Да я вижу, Дим. Мне здесь что прикрою? Точно прикроешь? Ну, если ты вперед лезть будешь, блядь. Да я просто свет даю. Потому что лезть вперед, это верно, это проблема. А я еще фугасами стрелял, ёб твою мать. Вот я рад, блядь. Сейчас он тебя прососёт, нахуй, не делай. Ой-ой-ой. Уходи, 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 уходи. Эх, промахнул сверху. А, жесть. Чинирай. Придется мне их убивать. Ты что сделал там? А, ну ты выиграл, у тебя фраг есть, блин, по-любому. А какой фраг там 400 штук какой, блин? Ну я два косаря сделал, но скорее всего ты выиграешь. Да нет. Я отметку делаю. Так, подожди, что у нас там? Что у нас было? 2-1, Дим, да, было у нас? Да. 2-1. Я только, короче, высочок не светил. Там пошел. Да не, ну ты сейчас дашь еще кому-нибудь, по-любому. И ты живешь еще, за это дают тоже. Ты там живешь. Че тут у меня? Да, откопался. Ну, химера там пошла. На гребеша. Его 50 ТС забрать, блядь. Вот эту бычку, блядь.
Так, сколько у нас получается? 3-1, да, Дим? Прошлый же я выиграл, правильно? 3-1 получается, да? Сейчас ты по-любому выиграешь. На КД ушел. Ну а что ты, мочи его, мочи, Дим. Он тебя не пробьет. А он тебя... А, гриль. Да гриль тоже хер на него забеет. Вот, 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 да, да. Орудие на самого. Не надо. Я еще на это, на это уже пофиг. Фугасы. А это ты не заметил сразу, да? А я не заметил даже. Да иди, что ты стоишь, да, иди забирай его. Да ты все равно выиграл, давай иди мочи его, Дим. Сейчас кто-нибудь заберет или базу заберут. Иди забирай его. Он тебя, может, еще и не пробьет, блин. Барабан. Да насрать, ты успеешь раз ему дать? Не, он не тут, Дим. Мне но кажется, он наоборот сзади. Но он здесь, он сюда был, да? Да. Вон он, видишь, где? Не пробил, обалдеть. Видишь, как сюда играет. Лайн, да, молоток. Так, 3-1 у нас получается с тобой, да, Дим? Хотя смотри, по этому мы, в принципе, рядом не особо так и разбежались, правильно? Ну, так и там тоже так же, в принципе, рядом. Так, Дим, давай теперь ПТ-шечки выбирай. Первый ты ПТ-шечку, короче. Давай. 5 фугал, да? Дела? Ну да, по желанию, но как хочешь. Т-30 есть? Дим, у меня есть Т-30, но у меня экипажа на ней нет. Не могу ее. Ой, я бы тоже хотел. Это мой отвлекать. Но у меня нет, Димыч. У нас был договор. Если ты есть, то что у тебя не катит, то это будет. Не, братик, так не катит. Димон, ну то нет. А договор, так, мы обещали за договор, что вот там экипаж, ну то, что такое. Все. Я ставлю твой танк, ты ставишь твой. Все. За уши тебя никто не тянул. Окей, ладно, ты меня подцепил. Ну, изначально вообще-то правила были другие, Дим. Танки, в смысле? Танки, которые... Ну, не, стоп, брат. Нет, танки, которые у нас есть. Ну, то есть, да, вот я и говорю, ты да, у тебя есть, но у меня нет экипажа на нем. Мы не договорились насчет экипажа. Так оно согласится? Нет. Да. Вот, разговор был, о, какие здесь танки. Если есть танки, ставишь танки, что здесь правы. Договорились. Да, ты меня поймал, да. А за экипаж я ничего не говорил. То есть ты сейчас предлагаешь мне включить Т-30, что ли, без экипажа, блядь?
Ну, а что делать? Давай, шугал, да, все дела. Подожди, я тут фугалу довезу. Вот, сука, гнида. Ну, блядь. Ну, разве это человек, блядь? Ладно, переобучу даже. Переобучить? Да и переобучу, похер. О, нет, нет. Тысячи голды не буду переобучать. Переобучить на 90. Да пофиг. Ладно. Давай, Динка, давай. Ай, какой же он хитрый жук, а? Подожди, Дим, мне надо на него маскировочек поставить. Давай, давай, давай. Сейчас я тоже покрашу. Блин, Дим, я боюсь. Вот жук, а? Поймал меня за слово. Какой негодник. Ладно. Мы же, ребята, делаем дело. Да, готово. Человек слово отвечает за слово. Ну, ладно. А следующая моя ПТшка будет, это какая ПТшка? Я даже не знаю, кстати, какую взять. На ПТшках особо так не играю. Угу. Готов. Поехали. Погнали. Ах. Не качаемый, звезда уже есть, блядь. Так я же качал, я скинул потом на этого экипаж весь. У меня, по идее, девчонки здесь сидят. Я на десятку перекинул экипаж. Ты куда поедешь? Я поехать хуячить всех. На, почувствовал силу, да? Сейчас, ничего, еще шансы есть. Нормально, пусть отстаивается здесь. Я пойду ребят кромсать. Сейчас даже голду заряжу. Стой, Димочка, стой. Я поеду дальше. Блин, три артиллерии, это плохо, конечно. На говно экипаже, сейчас я все сделаю, все будет хорошо. Ну, ох, можно было цепануть, кстати, этого товарища. А голда, потому что не решает, Дим. Я, кстати, замечал, что очень часто, наоборот, лучше стрелять нормальными снарядами. Человечьими, да? Сейчас пойду сюда, я пойду в пекло, нормально. Арта сюда пристреляйся. Пристреляйся, Арта, я тебя прошу. У Димку пристреляйся давай. Не буду ему ничего не говорить, а то он сейчас начнет прятаться. Нет, пусть он играет, как играет. Опа-на. А здесь тоже жесткие ребята. Так, ФВшечка, ФВшечка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, надо идти. Идти надо по-любому. Стоять нельзя, иначе... Иначе просто ничего не получится. Угу. Так, на него я не пойду. Пока везет более-менее. Ай, колотун сраный!
здесь говорить нечего. Нахер, Дим, так нечестно играть вообще. Сраная бабаха мне дала сразу косарь. Все. Я закрываю все это все нахер. Ну, тогда надо договариваться, как-то. Блин, ну жесть, конечно, жесть. Ну надо говорить топовым экипажем, надо оговаривать всю эту конструкцию. Да не, экипаж тут ни при чем, я просто... Да, забей. Реванш все равно будет, потому что на защитнике ты нечестно победил. О, начался. Да нет, я еще выиграю. Так, подожди, сколько у нас было? 3-1, Дим? 3-1, ты че? А, сейчас может 4-1 стать, правильно? Да. Такс. ПТ. Даже сейчас, если я на светляках выиграю, то я уже все проиграл. Да срань бои. Если было бы, допустим, защитник, кстати говоря, если бы защитник был нормальный бой, без пинга, там бы я выиграл, потому что я был впереди. Я шел. Я ФЦ ему дал бы и, скорее всего, в ангар его забрал. И там что-то дальше бы сделал. Было бы уже, возможно, 4-2 получается. И на светляков была бы надежда. На развязке не получилось. Давай, Динька, давай. Стекла. Нафига я туда еду, а? Так, едь, наказывай всех, чё ты победитель, давай, Дим. Там уже убили этого. Вот как у тебя такая спокойная сейчас ровная жопа, ты сидишь, я побеждаю, да? У меня все нормально. А я вообще в шоке. Окей. Ну да. Начали вообще жесть, вроде нормальная трансляция шла, потом обосралось все, блин. И потом все поехало. Все не туда, куда надо. Нет, ну я изначально, конечно, я вот думал, и я так думал, и я изначально, конечно, себе соперника выбрал немножко не того, да? Ну как бы назад уже не надо было идти. Как бы, ну понимаешь, да, о чем? Я тебя могу сделать, Дим. Я могу тебя сделать без проблем. Но все, мои звезды не срослись, да. Короче, карьера началась с поражения. Да нет, смотри, там Женька мне кинул вызов. Поди Женьку-то, блин, хотя я хуй его знает. Женек нахлобучит меня, блядь. Нахлобучит меня Женек, блядь. Он тебя тоже сделает, потому что он со мной играет постоянно. Я его постоянно с ним играю, блядь. И мы друг друга, блядь, подсказываем, куда че ехать, блядь. И помогаем друг другу. Так что, блядь, это не бывает. Черти, блядь. Посмотрим, в общем, да. Добивай его, чё ты не парься, добивай его. А он это убьет меня отводит. Там ФВ стоит, он никуда не бежит. У тебя 1200, давай, мочи всех. А вот арка мне хорошо бы помогла, вот здесь она где-то на бутыках стреляет. Раз она по мне не стреляла, значит где-то в кустиках вот здесь сидит, за камушком. Потому что там тайм есть, а здесь... Ну-ка, посмотрим. Не, наверху его не может быть, правильно? Он где-то здесь спрятался, он топиться пошел, походу, гнида, блин. Петух ебаный. Как он подключил, блядь. А прикинь, да, что за жизнь. Не, мне кажется, он где-то спрятался вообще в низинке. Где-то упал.
Этот мудак там пустил. Да бери базу, что ты, где ты его будешь искать-то сейчас? Да, ну все, его грохнули. Привет всем! Марта одна осталась. Так, уже это берет и все. Оффлайн, онлайн. Так, мужики, мужики. Так, 4-1. Ладно. Так, что у нас осталось, Димыч? Давай, светлячки, да, остались? Нет, сейчас ты ПСТ берешь. Я же взял. А ты сейчас... Нет, нет, мы же уже играли на ПТ. Ты что, гонишь, что ли? Да. Нет, Дим, мы играли на этих... Подожди, или я что-то туплю? 450 мы играли. А, точно. Ах, нихера, так у меня шансы есть еще. Давай тогда этого, советскую, бери тогда эту ПТ-шку. Ну, тут, сюда. Давай, ПТ. Серьезно, что ли? Нифига себе. Я, оказывается... Блин, ребят, так, три. Если все три сейчас я боя выигрываю, я еще могу... Ничья будет. И будет контрольный бой. Нет, 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 ну, может попробовать получиться еще. А я что-то, Дим, прикинь, тупанул, думал, уже вообще жопа будет. А я еще могу победить, кстати, блин. Ну да, может, 4-2 будет. Ну нет, если я сейчас все крайние, ну вот эти бои выиграю, то будет ничейка. А там уже овертайм. Ну да, ну да. Блин, я голды забыл. На ББшке, на ББшке. Да, у нее ББшки тоже хорошие. У нее ББшки-то путевые, чё, не парься. Ну а у тебя все ББ, да? Ну, пока ББ, да. У меня 22 ББ и 2 такого. И 3 фугаса, блядь. А ты чё, на линию фронта её готовил или чё? Ну да, так. Ебунка латун опять начинает что-то. Ствол дёргается. Интернет что-то обрывается. Завязывай, слышь, мне победа нужна. Что-то здесь вообще что-то печально. А иди ко мне, что-то там ждешь-то. Да вы не кучницу, блядь, это пиздец, как-то. Блин, там все, все там. Ай, все там. Здесь дички. Дички-медички, а. И никто же не завалит Димона сразу, а? Ну, помогли бы, взяли бы Димича за... На тебе! На тебе! О-о-о! Приятненько как. Разочек всадить. Потому что у меня уже все. Настроение тяжелое. Настроение тяжелое такое. Что? Ну зачем? Да как ты пробил опять? Ладно, блайндом дал ему. Ты 44-й бот не пробил. Кого не может быть вообще.
Может, Дима, может. Ой, жесть какая, а. Три боя осталось. Вот это развязка, а. Мне нельзя просрать. Нельзя просрать. Надо просто об этом думать постоянно. Ты у кого-нибудь играешь хотя бы? Да. Давай. Твою девяй. Ай, не туда. Да зачем ты туда-то пошел? Ох, что за... Твою мать. Я тебя, говнюка, не отпущу. Нет, смотри. Все. Да, Димыч, да, все. Блин, я тоже ничего не играл. Даже ни одного. Ну, у меня были попадания. Два попадания. Один не пробил, второй раз вытешили. И все, все. Да не, я в жопе полный. А ты говоришь, в жопе море. Да нет, буду все равно расстраиваюсь. Играем же, все равно хочется выиграть, правильно? Все, уже просрал, все равно как-то это. Может, не просрал. Да уже просрал, как нет. Я только шот дал, все. Я шот дал. Давай, 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 уходи, уходи. Ёб твою мать, КС вышел, блядь. Кстати, без арты, может, и здесь получше было бы пострелять. Вон, ФВшку видишь, Дим? ФВшки, может, успеешь дать? Внизу. Ты куда стреляешь? Наугад лупанул, да? Васик налил еще себе. С праздником, ребятки. 1 мая. День труда. Обосрался, как я. Ой, обосрался. Вообще жесть. Дима, ты что, завис, что ли? Давай, Дим, ты-то не зависающий. Сегодня все зависало. Только Дима не зависающий, прошу тебя. Вы все видите, да? Ай, пиздос бандос. Ебать мой лысый череп. Не буду отключать пока. Или отключить его. Вот. Вот так я и играю. Я уверен, что я мог Димчику, конечно, составить конкуренцию. Но вот когда вот ты думаешь о другом, не о бое, а о том, что у тебя постоянно срань какая-то вот эта с интернетом, это не прикольно. Это выбивает с колеи. Потому что Димка сильный соперник. Блин.
Просто так его не взять. Говнище такое. Ведь не серьезно. Ай, давай, заходи, гнида. Да нет, все. Надо звонить и наказывать их просто. А им похер. Звонишь ты им, не звонишь. Звонишь, не звонишь, звонишь, не звонишь. Анька, все. Видосик тогда заканчиваю пока. Сейчас как подключусь. У нас остается с Димкой еще два легких танка. Получается что так, что в интернете у нас не получился стримчик. Хотя бы запись будет того, как мы бились. Я думаю, сейчас подключусь, конечно, и будет все хорошо. Хотя бы будет в записи то, как Димыч меня порвал.